Audio Jungle. Thank you.
jungle. Чем мы расскажем? Первое впечатление от Египта, первый день. Ой, блин. Я еду. Первое впечатление от Египта. Короче, что мы сначала? Мы сначала летели очень долго. Вот, кружились потом. Могли мы сесть. Почему-то. Летели ровно в 11:40. Наверное, не пускали на взлетную полосу, я понимаю, да? Страшно было взлетать из Беларуси в самолете первый раз. Вот. Пришлось были такие волнующие состояния, какое-то непонятное. При посадке у меня было ощущение, как будто я сейчас блеванул, потому что похоже ощущение на те, которые как будто ты едешь на каруселях. Вот. Потом мы прилетели, нас забрали, прошли все эти контроли. Первое впечатление от Египта, от Хургады, точнее то, что здесь грязно. Очень много строительного мусора в пустыню вывозится. Не убирают. Беларусь намного чище. Дальше что? Люди прикольно приветливые, особенно обслуживающий персонал. Мне даже непривычно немножко, когда на меня идет и улыбается парень мне. Глазки строит. Мне так хочется посмотреть, спросить, что за фигня. Вот, но я вижу иностранцы, они более такие с ними разговорчивые, ну это как менталитет. Иностранцам жизнь лучше, поэтому они такие веселые. У нас хуже, поэтому мы такие там, ну это поправимо. Дальше. Комнату я уже снимал, какая у нас стандартная. Две кровати, но мы на одной помещаемся. Что тут еще есть у нас? Телек, мебель, душ, биде есть. Потом есть терраса или как это балкончик. Надя говорит балкончик. Вот. Что еще у нас есть? Сейф есть. Есть прохладитель напитки, который будет каждый день менять. Получается, полотенце должны менять каждый день вроде бы. Или раз в 3 дня. Не помню. Вот, что еще? Еда понравилась, то, что мы попали в этот самый главный ресторан. Я только что пришел с позднего ужина. Сегодня погода, кстати, была фиговая, 16 градусов, дождик. Что еще? Не отвлекай меня. Накройся. Что еще забыл рассказать? А, я думал, я посеял свой чемодан, когда на прием. Сначала Надя приехала, я быстро его снял, а мой только в самом конце. Я уже думал, что все мои вещи, наверное, за это улетели ему, да. Не ломай. Вот. Что еще? Завтра будет собрание. 8:30 надо проснуться до того времени. Я думаю, Наде это будет сделать сложно, но я знаю, как ее побудить, я просто сброшу с кровати. Она быстро проснется. И еще телефон выкину куда-нибудь, чтобы она купила наконец-то себе новый. Но там мы вырежем. Ставим для Нади. Так, что еще? Завтра, наверное, мы попробуем что-нибудь поснимать уже на камеру. Например, голодных туристов российских, которые будут жрачку хватать. Надо будет еще подумать, что можно еще. А, Wi-Fi. Wi-Fi в блоге хватает на то, чтобы просто в социальных сетях не переписываться. Все, больше ни на что не рассчитывайте. Сим-карту не подключали еще, не знаю, с интернетом, наверное, то же самое. Хотя надо проверить. Вот. Что еще не сказал? Территория отеля довольно большая. В принципе, все красиво, все нравится. Вот, первый день, первые впечатления такие. Вот, будем каждый день записывать, что-то узнавать новое.
Но пока что все. Пока.